Анонс и точень до выхода 58-й серии сериала «Постучись в мою дверь в Москве». 58-я серия сериала выйдет в эфир 21 мая. Ранее в сериале мы увидели, как Градский решает поговорить с Обуховым и на встрече попытаться решить проблемы, которые образовались между бизнесменами. Филипп же понимает, что его дела плохие, и потому вынужден оправдывать Алину. Олег и Кира принимают решение пожить вместе, хотя это решение их сильно пугает. Кира особенно напугана, ведь всегда жила одна и имеет определенные правила, но теперь вынуждена будет делить квартиру с мужчиной. Саша же с Жанной Ивановной и, как обещала, помогает женщине справиться со страхом и выйти на улицу. 58-я серия сериала выйдет в эфир 21 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.